Запись пошла. Дорогие друзья, привет всем! Приглашаю каждого из вас на день открытых дверей Адыгейского государственного университета, который состоится 20 мая в 12:00. Ну, как обычно, сейчас все происходит, естественно, онлайн. Поэтому в описании к этому видео будет ссылка на это мероприятие. Я лишь хочу сказать одно. Адыгейским госуниверситетом руководит в качестве ректора Дауд Казбекович Мамин, наш большой друг и соратник. И вместе с ним мы там уже второй год мутим Кавказский математический центр. Мы там всякую деятельность разводим, мероприятия проводим. Вот, и ваш покорный слуга является научным руководителем Кавказского математического центра. Так что приходите все к нам на день открытых дверей. Это было первое объявление. А второе объявление будет более грустным. Не так давно Сбербанк в лице Германа Оскаровича Грефа и других чиновников объявил, что по случаю тяжелых, так сказать, обстоятельств отменяются комиссии за переводы между регионами. И мы все обрадовались и поняли, вот какой все-таки добрый, щедрый, да, Сбербанк наш родной. И что бы вы думали? Тут я совершал переводы, я довольно часто совершаю переводы там по моим многочисленным деятельностям, часто нужно переводить какие-то деньги. Так вот, в одном из переводов неожиданно мне вкатили комиссию, типа там процента одного, да, что-то в этом духе, за перевод из Москвы в Москву. Я думал, какой-то бред, наверное, сбой просто, да, сегодня я позвонил. Что же мне сказали? Алексей Владимирович, только до 50 тысяч рублей в месяц бесплатные переводы. А выше 50 тысяч в месяц нужно платить, да, фиксированный процент. Я говорю, как? И между Москвой и Москвой тоже? Да-да, мы ввели между любыми, даже внутри одного региона, теперь всегда только 50 тысяч рублей в месяц можно перевести без процента. Или, если хотите, подпишитесь за деньги на услугу бесплатный перевод. Или там, как он называется, перевод без комиссии. Вот, ну вот что я тут могу сказать по этому поводу. Во-первых, на сайте я не нашел об этом информации. Я вообще не понимаю, насколько это законно, но это уже не мне судить. То есть на сайте, вот получите в ссылочке, в описании к видео ссылочка такая, я сфотографировал экран. Вот, я не нашел информации о том, что переводы выше 50 тысяч облагаются комиссией. Не нашел. Это раз. Ну и второе, вообще, конечно, вот такая помощь, это да, это нечто. То есть... Ну ладно бы, если честно, да, если бы честно сказали, дорогие соотечественники, в это тяжелое время нам, руководителям Сбербанка, очень плохо, ну у нас, нам фактически нечего есть просто, ну вот, одна вода и хлеб, и поэтому мы вынуждены вас обложить дополнительным налогом, вот большие переводы, да, вот если больше 50 тысяч вы за месяц переводите, ну будьте добры, процентик нам переведите, нам просто действительно иначе будет от голода мы умрем, да. Ну, наверное, Россия бы поняла, да, ну что ж тут делать, да, такие бедные и несчастные. Ну как же неприятно, когда врут, да, то есть вот, насколько это неприятно. Вот это, конечно, больше всего расстраивает, не то, что мы какие-то деньги должны лишние. И так, конечно, всех обирают, но вот когда врут, это совсем плохо. Мне кажется, это вот нехорошо, я высказываю свою фи, да, фи руководству Сбербанка по этому поводу.